Всем привет! Давайте в этом видео посмотрим, что можно дальше сделать, вот когда мы голову эту сделали, скульптрис, и как ее использовать потом в ZBrush. Давайте попробуем нажать вот этот ГОС и экспортировать эту модель уже в ZBrush. Без сохранения, без, так сказать, экспорта в формат другой. Так. Вот у нас происходит операция. Вот появился у нас в саптулах голова, и нам надо просто ее вытянуть. Вот она здесь находится. Давайте ее выровняем. Так, и что теперь можно с ней сделать? По предыдущим видео вы видели болвана, циклон, модель была сделана. И давайте теперь вот эту голову поставим на другое тело. Нажмем саптулы, Make Polymesh сделаем, чтобы вот здесь он еще раз появился. И теперь заходим в сохранение у нас, где находится наш проект. Открываем. Вот высветился у нас вот такой вот болван, заготовочка. По прошлым видео вы его уже видели, наверное. И давайте подготовим его под другую голову. Нажимаем Ctrl-Shift и вот так сделаем еще Alt. Ctrl-Shift-Alt. Уберем голову вот так. И теперь закроем вот это пространство. Заходим в геометрии, находим Modify Topology, жмем Del Hidden. Если у вас девайды включены, Del Lower жмем. И потом жмем Del Hidden. И жмем Close Holes. Вот все у нас тело осталось, но мы ее лишили головы. Теперь заходим в саптулы. Находим Append. И ищем нашу голову. Вот она тут не высветилась. Нажмем давайте Make Polymesh. И зайдем теперь опять в Sculptris и опять экспортируем сюда голову. Жмем ГОС. Все, вот у нас теперь два саптула. Включаем тело. Голова у нас больше по объему выходит, чем вот тело ZBrush. Это не беда. Переключимся на само тело. И вот сюда давайте сделаем еще, наверное, append. Тело без головы. Вот. Это отключим, а это включим. Так. И теперь зайдем в геометрии. Найдем size. И прибавим объемчик у нашего тела. Вот так вот. Оп. Переключаемся опять на голову и с помощью Move вот так вот делаем.
Вот такой гражданин теперь другой у нас появился, другой персонаж. Доработаем его сейчас, и все будет хорошо. Надо теперь объединить голову с телом, чтобы вот это все позакрыть, все эти детали. И жмем merge down. Merge и вот merge down. Окей. Все объединили и поработаем теперь с ним. Давайте. Сначала выгладим, нажмем Shift. Вот эти части надо выгладить, чтобы были гладкие. Так. И теперь переключимся на другую кисть, Clayburst. И вот так вот накидаем массу. Теперь переключимся на засап и вот это вот горло, которое от старой модели осталось, чуть-чуть уберем, чтобы оно слилось с другой частью. Так, у нас тут получилась ненужная нам деталь. Мы ее потом удалим, я покажу как, если вы вдруг прозевали, как и я. Жмем Shift и вот так вот все выглаживаем. Теперь после определенных доработок у нас получится нормальная полноценная модель. Все очень просто. Вот так вот Sculptris помогает в работе с персонажем. Вот так вот все это выглядит. Ничего так, гражданин получился. А вот эта деталь, которая осталась на шее, вот эта вот, если вы ее видите, давайте я вам ее замаскирую. Вот здесь она находится. Снимаем выделение и просто теперь сделаем сплит. Group split. Окей. Так. Так нажимаем и удаляем ее. Теперь жмем опять Geometry, Modify Topology, Del Hidden и Close Hold. Теперь модель можно опять объединить и можно будет ее экспортировать в Sculptris после опять же доработки сетки. Жмем merge down. Ненужную модель нам удаляем. Жмем Ctrl-W, объединяем сетку, делаем однообразной.
Вот вы видите, разница какая в сетке. Все, теперь мы делаем DRMesh. И потом можно будет эту модель уже экспортировать в Sculptest. Я сейчас все сделаю и просто вам уже покажу Sculptest, как она там выглядит. Поставлю пока на паузу. Босс вот сюда. И потом вся модель экспортируется в Sculptest. Давайте посмотрим. Вот она уходит сюда. Вот так она выглядит. Вот такая у нее сетка. Если сетка большеватая, как вот сейчас у меня 600 с лишним полигонов, для Sculptest нормально где-то, чтобы работать, ну 500 достаточно. Если начинает идти там вот за 500, она уже будет туговато. Но это, глядите, крутится, вертится. Как только начинает подвисать или тяжело идет, значит, что-то не так, надо понизить полигоны. Нажимаете вот сюда сабдивайды, и вот здесь вот вы понизите их однообразно, и будет она легче весить. Вот такой персонаж, в общем, у нас получился. Здесь его можно доработать, опять же. И можно сохранить в формате Sculptress. Родной вот этой, ее родной формат. Называете как-нибудь и сохраняете. Вот вы видите, что тут еще отмечено. Все сохранилось. Все. Вот такой у нас результат. Кстати, за видео хотел еще сказать, которое у меня на канале. Сейчас проходит работа по замене внешнего вида и возможности, вот эти дополнительные там функции появятся на каналах, как дорабатывать. И поэтому вот видно, видео так выкладываются, которые именно монтированы, которые записаны и выложены уже в формате без монтажа. Те вот вы видите, выкладываются очень чисто, все хорошочко. Ну, подождите чуть-чуть, может все наладится. Если нет, перезалью видео уже в хорошем качестве. Там их немного, кстати, с определенного числа, которые... Чуть-чуть формат у них страдает. Ну, все видео, которые у меня записаны, писаны одинаково. Формат YouTube 720 HD. Так что, возможно, они видео перегонят и будет качество хорошее. Все, всем до свидания, всем пока. Надеюсь, вам пригодится вот эта работа Sculptress и ZBrush в связке. Все, до свидания.